Так, ага, и вот сюда. И у нас тогда получается 11. Ну, неплохо, в принципе. Ну, хватит мяукать. Ну, я знаю то, что эта попипука не кормит тебя. Ну, чем бы тебе... Ладно, у меня есть жареная... Я кормлю! Не кормить, вот... Я ради нее рыбу ловлю с утра. Ты покормлю ее так, и тебя, Чебурак, тоже покормлю. Сидите, сидите, сидите. Я еще себе третьего ребеночка завел. Ой, Антошечка, Антошечка. Надо Антошку потом будет полить, Кать! Кактуса! Какого Антона? Не Антона, Антошку! Кого? Какой Антошка? Ты о чем? Ну, сейчас зайдешь к нам в спальню, посмотришь. Ага, так, смотри, Кать. Это то, что ты не успела прочитать за лето. Литература, история, математика, алгебра, химия, физика, естествознание, этика, физкультура, информатика, мамина мама и мамины цитаты. Но это пока что все, что я смог скрафтить. Так, смотри, иди сюда. Что это? Почему ты без меня крафтил какие-то коробочки? Да. Нет! Выкинь обратно, выкинь! Нет, сломай! Ты дуримон, да если ты это сломаешь, оно опять рассыпется на книжке. Выкинь обратно. Так, смотри. Оп. Ну, я все правильно поставила. Ну, неправильно, как тебе сказать. Мы сейчас с тобой можем зачарить предметы максимум на 22 уровень. То есть нам еще нужно скрафтить, ну, немножечко вот так книжечек, и только после этого мы сможем зачарить и мне меч, и кирку, и тебе меч на 30 левел. Поэтому я тебе предлагаю в этой серии отправиться за страстничком, за кожицей, скрафтить книжечки и в конце серии зачариться на что-то хорошее. Ой, отличная идея. Только я сначала рыбку половлю. Совесть-то замучила, да? Словила, значит, себе вот эту кошечку, а не кормит ее. Вот сейчас совесть, я кормлю ее. Сердечко заколола, да, значит, вот сейчас, когда я тебе сказал то, что ты ее не кормишь. Она там бедненько мурчит, вурчит, ноет. Я кормлю рыбку, ой, рыбку. Рыбку. Я кормлю рыбку кошкой. Рыбу кормит кошка, а кошку рыбой не кормит. Ёперный театр, что у тебя здесь есть? Подзол, хаус... Хаустония сырая! Че? Что? Хаустония сырая у него здесь есть. Красный гриб, блок огненного коралла даже есть. Ты там разбойника нашел? Ой, торговца? Вот этого по 50, да, который на дереве. Ну все, как бы ты можешь сваливать отсюда, ты нам пока что не нужен. Так, ну смотри, я тебе предлагаю сваливать, Катюха. Ты на Ритку Маргаритку, я на мастера, и потопали в далекий-далекий путь за ресурсами. Ты там пшеницу собрал? Да, я все собрал уже. Ну, вот тут у нас еще тыква есть, но тыкву я пока собирать не буду. А так, ты знаешь, я тут это, хочу показать тебе, что я наловила сегодня за утро. Ну, показывай. Сейчас покажу. Иглобрюха наловила, да, вот там иглобрюха. Иглобрюхов я выбрасывала сразу. Да, не выбрасывай, Кать, не выбрасывай вообще ничего, а то потом подписчики загрызут нас просто. Ты прикинь, почему? Что они... Да, они писали то, что Эдисон не выбрасывает иглобрюха, и иглобрюх потом пригодится для того, чтобы зелье подводного дыхания сделать, понимаешь? О, господи, а я всех иглобрюхов выбросила. А ты не выбрасывай, они пригодятся рано или поздно. В общем, смотри, это раковина Наутилуса. Кого? А, ну ракушка пригодится потом для крафта, пригодится. Ага, потом 11 тресок. Тресок, это тоже нормально. Какая-то книга, тропическая рыба и пузырёк воды. Стоп! Отмотай назад, назад. Еще назад. Пузырёк воды? Нет, еще назад, еще назад. Тропическая рыба. Еще назад отмотай. Да, треска. Да не пропускай ты книгу, на книгу отмотай. А чё она, нафиг она нужна? Выкинь. Ну на. Сила 3 и починка? Это что, какая-то классная книга? Я поймала классную книгу, ну-ка верни. Ты понимаешь, что ты можешь зачарить себе меч на плюс 3 урона, и твой меч еще будет сам себя ремонтировать? Выкидывай обратно эту книгу, я пошла чарить. Да, эй! Подожди, это мое! Да фигня, не-не-не, это проклятая книга, ее лучше вообще куда-то спрятать, как можно дальше, допустим, не в карман. Спрятать ее вот куда-то, главное, чтобы ты ее не просрала и чтобы не отдала. Все, пошли, Кать. Шарпнес 3, силу 3 она выбила, выбила починку и сидит, мурчит себе там, даже мне слова не сказал, то, что она такие крутые книги добыла. Все, давай выходи, Кать, потом. А куда ты ее спрятал? В трусы к себе, чтобы ты там никогда не нашла. Ну. Все, давай иди на Ритку Маргаритку, она заждалась. Так.
Я готова. Ты куда? Он сам это выкинул. Я его даже не убивал. Он сам это выкинул. Что выкинул? Слезь, Ритки, слезь, Ритки. Один? Да, там, прикинь, один валялся. Я просто только что заметил, что там поводок валяется сам по себе. Офигеть, это... ты мне маргаритку украл, что ли? Я ничего не ворал, это пописяка сам... Вот, все. А как? А, все, я сломал, да? Ты сломал? А, нет, все, вот он. Все хорошо, потопали, Катю. То есть мы сейчас идем добывать кожу и тростник. Да, мы сейчас идем добывать тростник. Как только ты видишь какую-то зеленую фигню, которая торчит из песка, сразу же кричи, сразу же идем добывать. То есть это не тростник вот этот, да? Тростник. Ну вообще, как выглядит тростник? А, вот тростник. Иди сюда, я его уже вижу. Тростник. Тарас. Чебурак номер два, ну пока что нам вторая собака не нужна, может когда-то пригодится, но не сейчас. Так, Катюк, давай переплываем на другую сторону, точнее переходим по нашему эксклюзивному мосту, который мы построили. Ёперный кинотеатр. И чё мне сейчас с тобой делать, пописяк, когда ты же отсюда не вылезешь даже? Кать, мне нужна помощь! Кать! До свидания. И тебе смешно то, что сейчас мастер муж Маргаритки утонет? Так ты вылаживайся. Что? Ну, к песку плыви ближе, к песку, чтобы он смог запрыгнуть. Запрыгнуть? Ты сегодня, походу, разговариваешь. Я вижу тростник, я побежала вот, к тростнику. Ты уже понимаешь, как он выглядит. Вот давай тростник добывай. Тут две лошадки. Ну ладно, нам не надо столько. Нам уже не надо. Так, а сколько нужно тростника? Все? Максимум тростника. Вот просто вот так надо. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу под низ просто под и корень рубишь. И не оставил мне ни от того, понятно. Зачем тебе? Просто под корень все рубишь и сваливаешь. Понимаешь, как это работает? Давай ослов сейчас заведем, а? Ну у нас для счастья полного не хватает осла. Кстати, это полезная вещь, потому что подписчики также писали то, что ослы полезные, но в том плане то, что на них можно вешать сундуки и перевозить с собой какие-то хорошие предметики. Поэтому, ну, возможно, когда-то мы, Катя, их 100% с тобой приручим. Ну а пока нам с тобой нужно приручить тростник и кожу. Ага. Приплыли. Чё-то как-то, знаешь, мне кажется, в данное путешествие лучше всего отправиться не на лошадях, а на лодочке. Ну, давай оставим их. Ну, пошли потом домой. Потом вернёмся. Ярик! Всё, пойдём. Он тебе не нужен. Да в смысле он мне не нужен? Это мы ему не нужны? Он зажрался, даже с нами не здоровается. Ярик! Друга детства забыл! Он не помнит просто, как мы с ним на один сральник в детстве ходили. На общий. Господи, хорошо, что он тебя не помнит. Почему? Не спрашивай. О, Чебурак номер два. Так, еще один тростничок. О! Опа! Так, ну, 12 тростничка у нас уже есть. Это мало, конечно, но лучше 12, чем 0. А можно вырастить тростник? Можно. А, кстати, реально, может тростник вырастить. Смотри, я его сразу вот сюда посажу, пускай он здесь растет. Оп. Все, пускай здесь растет, а мы с тобой отправляемся в далекое путешествие. Когда вернемся, возможно, он уже вырастет. Ну, как бы еще не забывай то, что нам с тобой еще куча кожи нужно добыть. Садись и сваливаем. Подожди, мы сейчас посадили тростник. А получается, вот из одного сколько вырастает? 3. Ага. Где тростнички? Я ничего не вижу из тебя. Перед тобой. Я не вижу, я перед тобой вижу тебя. Передо мной. Вот давай, ломай. Поплыви ближе. Поплываю, все забрал. Все же я предлагаю направо поплыть, поэтому плывем туда. Блин, мне до сих пор очень обидно за то, что тогда я не убила этого утопленника с трезубцами, когда мы с тобой разбойников убивали. Да ты врешь, не было там никакого утопленника с трезубцами. Я тебе честно говорю, он был с трезубцем в руке. Да не было там никакого. Ну смысл мне тебе врать, скажи, пожалуйста. А мы отплываем все дальше и дальше. А у меня за окном все больше мусоровозов и больше, которые шумят, как будто танки какие-то. Опаля! Что? А возможно, здесь будут алмазики. Алмазики лишними никогда не бывают. Ты посмотри, где что алмазы? Под нами. Посмотри, какое огромное судно. А ты где, кстати? Я в судне. Ты уже потонула?
Так, у нас здесь шипы, шипы нам не нужны, уголь нам нужен, загадочный рагу нам нужно, и ядовитый картофель нам не нужен. А здесь у нас карта клада, тоже неплохо. У тебя там есть что-то, Кать? Нет, ничего. Вообще ничего? Нет, вообще ничего. А, вообще ничего, кроме 8 изумрудов и 16... Да, конечно, вообще ничего. Где там был? Я не увидела там сундука. Там было 8 изумрудов, которые ты почти просрала. Из-за того, что ты как-то плохо посмотрела туда. О, там тростник, тростник и черепахи. Опа, вот там тростник. Спереди нас. Нет. Вот тут... А, вон и здесь тоже. Да что ты выпрыгиваешь на ходу, так как... Там черепашки. Опасно для жизни, опасность. Опа. Да подожди, ну я ради них сюда плыла. Опа. Вот если когда-то мы с тобой будем иметь кирку на шелковое касание, мы... Ты дуремон, да ты что делаешь, ты такой фикчен? Да я за черепах мать родную вот это поцелую, ты да что делаешь? Ты не убивай меня! Ты зачем черепах только что вот это? Сказали убить черепаху, там шлем какой-то выпадет. Никакой там может... шлем не выпадет. Как ты, из черепах выпадает шлем, ты зачем на черепах руку свою подняла, Кать? Там, нет, там панцирь, из панциря какой-то шлем сделать, можно, под которым можно дышать, с которым можно дышать. Ты меня где убил? Зачем убил? Это Greenpeace, животных нельзя убивать, тем более черепах. Ну и подписчики написали, можно черепах убивать. Это развод, понимаешь? Вот на таком можно сразу и развестись, хоть мы даже не женаты. Блин, что реально нельзя черепах убивать? Не надо черепах убивать, тем более без моего разрешения. Блин, я... Подписчики написали, что там сделать можно что-то. Я говорю, я иногда каких-то там подписчиков не понимаю. То есть, когда мы с тобой убиваем коров, они пишут, вы живодёры, как вы посмели убить коров? А потом, через минуту пишут, чтобы мы с тобой убили черепах, потому что с них шлем выпадает. Не шлем, а что-то там, из чего можно сделать шлем, в котором можно дышать под водой. Ну, панцири, скорее всего, выпадают. Но как бы это не значит, что сейчас надо идти и каждую черепаху рубить на мясо просто. Я хотела одну черепаху убить, попробовать. Но я хотел одну Катю убить, вот я ее и убил. Почему ты меня убил? Опа! Пока Екатерина там дома прохлаждается, я нашел заброшенный подводный данж. И возле меня 5 утопленников. Подожди, да я хочу... 7 утопленников! 8 утопленников, Кать! Я хочу к тебе, я хочу к утопленникам. Вот ты хочешь ко мне, а черепаха не хочет, чтобы ты ко мне отправлялась. Надо было черепашку трогать сейчас. Я сейчас приплыву к тебе. Давай, плыви. А я... Ты что, очумел вообще? Это мое судно, мой Титаник. Да. Кать, они вообще офигели! Пацаны, вы ничего не попутали, да отстаньте вы от меня. Все, это мое. Пожалуйста, не заходите туда внутрь. Их столько много, это просто можно сойти с ума. А там сокровища есть? Я не знаю, сейчас посмотрю. Если бы у них еще был хотя бы 3 зубец, было бы вообще просто жестко. Сокровища я не вижу пока что. Сейчас я постараюсь их найти. Я плыву к тебе, плыву. Плыви, мать, плыви. Я постараюсь сейчас здесь хотя бы одно местечко разведать. И после этого... Это 3 зубец или меня плющит? Меня плющит, походу. Кать, давай, плыви. Я не найду ни за что в жизни. Мы направо плыли, просто направо плыви, и все, я там буду. Плыву направо. Сейчас, подожди, я все же лучше тебя подожду, потому что... Уйдите вы с моего транспортного судна. Уйди. Не знаю, я, наверное, скоро приплыву к тебе. Да что ж тебе не нравится, я тебя домой как такси подвожу. Чего у тебя там происходит? Да, он мистер Крипер? Мистер Крипер? Он еще мою лодку сломал. Кать, мне бы тут твоя помощь, вот знаешь, вообще бы ни капельки бы не помешала. Их тут столько много, с ума может. Я не знаю, или опять... Я тебя нашла, господи. Давай, только главное лодку подальше оставь, припаркуй, потому что они любители покататься на чужих лодках, как я заметил уже. Оп. Убиваю, нападаю. Ты себе даже не представляешь, сколько здесь было утопников, сколько я уже штук завалил. Ага. Вроде все. Иди сюда. Вот еще один последний остался. Все. Ты видела когда-то такое? Какое? Вот там спереди. Нет, не видел. Давай. Там 100% должен быть 1-2 сундучка. Я надеюсь, что там попадется нам хотя бы, ну, что-то годненькое. Если ты видишь опять... Опа!
Уголь! Опять и какая-то карта клада. Ладно. Почему нельзя положить сразу клад? Почему нужно покласть карты? Вот именно, какие-то карты, карты клада. А что это тут светится такое? Опа, еще один. Это а, подводный это камень, да. Удочка, везучий рыбак! Я нашел удочку зачаренную! Опа! Неплохой, неплохой! Так, лутай все, что только там будет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, умираю. Не умирай, Екатерина, не умирай. Так, я вижу здесь еще один корабль утонувший, сразу возле этого данжа находится. И под кораблем еще одно здание, поэтому давай, Катюха, давай. Где? Вот-вот-вот-вот, подожди, я спустился чуть ниже. Вот, едрить меня просто в подводный мир, здесь было примерно 15 изумрудов. Было? Да, ну в смысле, я уже забрал, как бы. Ну где ты? Это скелет. Я сзади тебя, я далеко в океане. Так, сейчас еще последнее вот тут здание прочешу. Возможно, здесь будет тоже что-то полезное. Здесь есть сундучок. А здесь у нас еще один изумруд. Еще проклятие утраты. Но я его брать уже не буду. Эдисон! Очисти свой инвентарь. Приду домой, очищу. Обещаю. Пошли, Кать. Мы с тобой еще мало добыли тростника и мало кожицы. Сейчас еще немножко добудем и потопаем до дому. Мистер Крипа? Мистер Крипа? Ой. Не найдешь меня ни за что в жизнь. А ты спряталась? Да, я спряталась. А зачем ты спряталась? А чтоб ты не нашел меня. А, ну хорошо, я просто уже сел на лодочку, я уже уплываю, поэтому я, наверное... Эй, в смысле? Я, наверное, тебя даже искать не буду, поэтому я свалю. Катя, подожди, я себя замуровала и застряла, я не знаю, где я. Помоги мне. Свою же ловушку попала. Ладно, я тут добываю вот этот тростник, который остался, и сваливаю отсюда. Поэтому, Кать, давай, до свидания. Я себя замуровала и не знаю, где я. В смысле ты себя замуровала? Ну, я спряталась, я тебя раскопала и закрыла себя блоками. И сейчас я не могу найти выход. Его нет ни с одной стороны. Как так? Мне кажется, так может только Катя. Ну так прокопай над собой выход, и все, нет никакой проблемы же. Так я не знаю даже, где я. Ну так наверх копай, и все, и вылези. Наверх? Да. Помоги мне, пожалуйста, выбраться. Наверх уже ничего нет. И как будто пропала куда-то, упала в тоннель. Ты понимаешь то, что вот в таких случаях как раз-таки чаще всего и появляется херабрин, когда ты потерялась в Майнкрафте. Я не знаю. Да никакого где, херабрина нет. Я не знаю даже, где ты. Как ты хочешь, чтобы я тебя нашел в таком огромном мире Майнкрафт, если ты где-то там спряталась? Блин, я же не могу понять даже, где здесь... Я... Как так? Посмотри, я просто прокопала два блока. Я не знаю, Кать. Ты чё, дурак? Херабри! Какой херабри? Заходи меня бить, блядь! Это лютый, жесткий бан просто. Откуда ты вышел? Как я так внизу оказалась? Ну ты видел перчик? Ну вот этот жиробас, в смысле, как его зовут? Чебурак! Чебурак, ты видел же? Почему я его жиробасом назвал? Ты видел жиробас? Ты видел это? Так, Екатерина, ваша задача в данный момент, знаете, что вам нужно сделать? Смотрите, я вам даю костную муку. Вы с этой костной мукой бежите к тростникам, которые там растут, и тыкаете по ним, добываете, точнее выращиваете тростники на максимум, а я в этот момент буду начинать делать книженцы. Хорошо? Угу, хорошо, бегу. Давай, топайте туда. А у меня такой вопрос к тебе. Да, давай. Там в печке пережаривалась свинина, и ее там нет. Я не имею к этому никакого отношения, 100% чебурак или твоя котяра. На самом деле, как бы это очень обидно, потому что я для себя жарила свинину, пришла, ну, а да, ее нет. У меня тоже был один такой случай, когда чебурак украл у меня всю еду, ну вот такой у меня пес чебурак. Ну, чебурак, больше не воруй, чебурак, жулик, не воруй. Подожди, у меня не действует мука на эти самые. Так, и на какой у нас уже уровень? 30-й, Кат, все, не надо, я все сделал. Иди сюда, быстро, иди сюда. Так, кому мы первые, у тебя есть 30-й уровень? У меня 26-й. Лохопутская лохопедина. Ну, надо опыт как бы добывать для того, чтобы 30-й уровень получить. То есть я не могу сейчас ничего сделать? Нет, ты сейчас не можешь зачарить на 30-й уровень, зато я могу сделать. Подожди, ну давай я 4 уровня сейчас быстренько наверстаю. Шелковое касание! Я могу зачарить до шелковое касание. Это значит, что мы с тобой сможем разводить черепашек-ниндзя. Классно, давай, чай. Давай. А я пойду еще 4 уровня себе сделаю. Давай. Раз, два, три!
Прочность 3 и шелковое касание, чародеюшка я ваша. Слушай, ну неплохо. Если мы потом с тобой, Катюх, найдем книгу на эффективность, я тогда зачарю свою кирку еще на эффективность. Тогда будет вообще супер-мега круто. Блин, я тоже хочу что-нибудь зачарить. Я еще и мечи могу зачарить на добычу 2. Это значит, что у нас будет намного больше шанса добыть бошки визеров в аду. В следующей серии, допустим. О, я обиделась. Я еще и арбалет на прочность 3 могу зачарить. Все, хватит. И удочку на прочность 3 могу зачарить. Ну ладно, все, я подожду Катюху. В следующей серии мы тебе зачарим, знаешь что? Что? Ты же мне дала книгу вот эту, которую я спрятала здесь. На! Да. Силу 3 и починку 3. Это очень крутая книга на твой меч. Это моя книга. Это твоя книга, да. Не, ну как бы ты и сейчас себе можешь зачарить меч, да, на вот эту книгу. Но проблема в том, что у нас с тобой нет наковальни. Вот. А для наковальни нужно очень много железа, которого у нас сейчас, к сожалению, нет. У меня только 16 железа. У меня 21 и жарится еще. Да? У меня уже 26, 27, 28. А ну выбрасывай сюда железячечку. Давай сюда, я все скрафчу сейчас. Я хочу сама. Скрафти 2 блока железа. Так, скрафти 2 блока железа. 1, 2, 3, 4. Так. Так, ну вроде все сейчас получится. То есть 3 железных блока вот сюда, так и вот так. И у нас с тобой, Екатерина, есть наковальня. Так, куда бы ее запиндюлить? Ну, сейчас, подожди, я это сломаю. Вот так. Ты расчехляй там свой меч, я сейчас приду. Алмазный меч? Да, алмазный меч. Держи книгу. Заходи в наковальню. Захожу. В первый слот поставь алмазный меч, а во второй слот поставь книгу. И сейчас у тебя получится что-то в третьем слоту. И доставай все это. Вау, прочность 1561. Ля, какой! А ну шандарахни меня, шандарахни по затылку. Ну чё, ты рада? У тебя хотя бы меч на починку есть. Я очень рада. А еще у меня есть железная кирка, тоже зачаренная, не знаю на чё. Ну ладно, зато у меня есть кирочка на прочность 3 и шелковое касание. Я сейчас реально могу дубасить яйца черепах. И скорее всего, Катюх, мы с тобой приручим черепашку Наташку и черепашку Пашку в следующей серии. Так, ну смотрите, я могу зачарить еще себе алмазный меч на добычу 2. Да подожди ты хакать, да я договорю. Мне все равно, у меня пропало 2 уровня. У меня был 26-й, сейчас 24-й. Это как вообще, это нормально? Иди сюда, я тебе по секрету скажу. Иди сюда. Смотри, еще ближе подойди. Так, как ты думаешь, может... Не толкайся! Как ты думаешь, может уровень у тебя пропал из-за того, что ты зачарила себе меч? Это как работает? Вряд ли. В смысле? Да что я не так сделала-то? Уровни пропали, говорю, верни уровни. Уровни пропадают тогда, когда ты чаришь предметы, Екатерина. Блин, я не знала. Ну все, знай теперь. Дуримондочка. Кушай, моя кисонька, кушай. Мурчит, хорошо. Да. Кушай, моя кисонька Антошка, кушай, хороший какой кактусик, кушай, Антошечка, мур-мур-мур. Со мной все нормально, психического расстройства нет. Не. Пойдем спать. Там сны будут сниться нам, как подписчики лайки ставят и просмотры набираются. Пойдем спать. О, давай сны. Сны могут быть... как это называется? Видящими, чудодейственными. Сновидящими, живыми, сонными, вечными. Как называется? Заткнись, короче, сны, которые сбываются. Лайки ставь. Вещи! Вещи и сны! Ура, мы угадали, все, дрыхнуть. Антошка, кушай, дорогой мой, кушай, а мы дрыхнуть. Не храпи только, Катю. Мне уже первый лайк снится. Снится первый лайк. А мне уже второй снится. О, класс. О, как лайки текут. Текущие лайки. А, мы уже проснулись вообще-то. А, ну да. Ладно.